В редакцию главных новостей Ульяновска поступило обращение от жителей дома номер 38 по улице Октябрьская. Дом был построен в 80-х годах, и по проекту в подъезде не предусмотрен пандус для инвалидов-колясочников и детских колясок. Жильцы обратились в управляющую компанию с просьбой установить в подъезде этот пандус. Результат вы можете увидеть сами. Монструозная конструкция, сваренная из металлического уголка с покрытием из тонких сосновых дощечек, трещит даже от веса ребенка. Что уж тут говорить о тяжелой коляске с инвалидом, которую к тому же толкает сопровождающий. Кроме того, угол подъема этого пандуса настолько крутой, что даже одному человеку без груза туда взобраться проблематично, а уж инвалиду-колясочнику и подавно. На просьбу установить электроподъемник в управляющей компании ответили, что о таких подъемниках информации у них нет. И слышат они о такого рода устройствах впервые. Как забираться по такой конструкции наверх в управляющей компании тоже пояснить не смогли. Как и ответить на вопрос, почему внутри подъезда пандус сделали, а на входе в подъезд нет. Инвалидам и мамам с колясками перед тем, как попасть в подъезд, в любом случае необходимо преодолеть 3 высокие ступеньки перед дверью. Читайте в еженедельнике «Комсомольская правда». Ванга. Правда и мифы о знаменитой прорицательнице. Почувствуют ли простые россияне санкции Запада? 7 сомнительных диет, на которых сидят звезды. «Комсомольская правда». Узнайте больше.